Исполняющий обязанности главы службы единого заказчика Евгений Дюртеев подал заявление на увольнение. Он уйдет с поста после отпуска. Об этом сам Дюртеев сообщил Читеру. При службе Минстроя Забайкалья уточнили, что сейчас он находится в отпуске до 30 октября. Исполняет обязанности Михаил Недоборов, один из заместителей главы службы единого заказчика. В сентябре минувшего года в службе единого заказчика, напомним, прошла серия арестов из-за взяточничества. В том числе были арестованы главный инженер Виталий Чумаков, заместитель директора Виктор Гусляков и начальник управления капитального строительства Владимир Имеков. Директора службы единого заказчика назначили в Чите 12 октября, и им стал Александр Павлов, приезжий из Екатеринбурга. Евгений Дюртеев пришел в службу единого заказчика в марте 2022 года, стал исполняющим обязанности директора службы единого заказчика Забайкалья в марте 2023, сразу после того, как прошлый глава Александр Павлов ушел в отставку. До Павлова он также возглавлял службу в качестве исполняющего обязанности. Исполняющий обязанности заместителя руководителя администрации Читы по социальным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами вместо ушедшего с поста Александра Глущенко стала председатель комитета образования города Оксана Кирик. Об этом 23 октября на пресс-конференции сообщила сити-менеджер Инна Щеглова. Она добавила, что в городской администрации в октябре и ноябре еще будут кадровые перестановки, однако озвучивать их заранее не стала. Между тем, Оксана Кирик родилась в Чите с 90-х годов после окончания историко-филологического факультета Читинского пединститута. Она работала учителем истории и обществоведения в школе номер 26. В 93-м году была назначена заместителем директора по воспитательной работе, в 99-м году директором. С октября 2008-го она была председателем комитета образования Читы. Власти Бурятии рассматривают возможность эвтаназии бездомных собак, которых не получилось пристроить в добрые руки. Об этом пишет Байкал Дели. В настоящее время после отлова собак проводится осмотр, стерилизация и чипирование. Затем маленьких собак до 25 сантиметров холки выпускают на улице. Однако глава региона Алексей Цыденов считает, что долгосрочное содержание собак нерационально, возвращение их на улицы может привести к нападениям на людей. Поэтому власти предлагают усыплять животных, учитывая климатические, социально-экономические и градостроительные особенности региона. Бывшего главу краевого Минэкономразвития Александра Бардалеева назначили заместителем губернатора Забайкальского края, руководителем представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации. Теперь Бардалеев будет жить еще и в Москве. Об этом Запру сообщили в пресс-службе правительства региона. Как заместитель губернатора, Бардалеев будет курировать якобы мастер-планы городов, отдельные вопросы экономического развития региона, инвестиционные проекты, финансирование региональных проектов и госпрограмм. Распоряжение о назначении подписал глава региона Осипов.